У меня была проблема зависимости амфетамин. Я 3 года употреблял, потом попал в эту клинику, и как-то так получилось, что даже когда я здесь лежал еще, меня больше родители сюда привели, но пришло время, и я сам осознал, что надо все-таки браться за голову и бросить. Ну, пролечился я в клинике, подшился на 3 года и вышел с клиники, думал, будет тяжело, если честно. 3 месяца прошло, как я пролечился. На данный момент у меня в жизни все отлично, мыслей об этом нету, друзей даже у меня нету, как бы я сказал, они мне в принципе и не нужны, потому что друзья это больше как, я не знаю, побаловаться, погулять, а мы, в моем случае это уже как бы закрыто. Сейчас надо работать, заниматься собой, самое главное. Ну, благодарен всем докторам, всем, даже Леше, волонтеру, они мне очень помогли, подсказали. То, что я сам не мог догадаться, даже додуматься. Родителям в первую очередь спасибо. В принципе, в жизни все отлично на данный момент. Скорее всего, больше повлияло общение с людьми здесь. И второй сеанс, это, конечно же, самое главное здесь. Сеансы это самое первое, то, что самое нужное. Мне они очень помогли. Я могу сказать, забыть это очень просто. Если самому этого хотеть. Если не хотеть, конечно, не забудешь. Но если ты сам этого хочешь, то добиться можно всего. Нет ничего невозможного. Может быть, Здесь в лечить других настолько клиниках я бы не сложно. советовал бы, но здесь я знаю, я уверен в этой клинике на все 100%, что здесь реально лечат и помогают. Но если ты сам этого хочешь. Если ты сам этого не захочешь, тебе никто не поможет. Ни мама, ни папа, ни врачи. Надо только самому хотеть этого. Теперь я только сейчас понимаю, как это хорошо, когда ты просыпаешься спокойно, спишь отлично, график у тебя свободный. То, что, ну, в принципе, то, что ты и хочешь, то и есть, а не только зависимость у тебя в голове.